Ох, здравствуйте. Как у нас дела? Кто перевернул мне ландшафт? Так. Покажите мне мою карту. Как-то вращать-то, ё-моё. Тут всё перевернулось с тех пор, как меня здесь не было. Что ж, погодите-ка. Мне так привычнее, на мой взгляд. Итак, мы остановились на том, что что-то случилось, что я погиб, и меня там все сбросили. Ой, ё-моё, что это? Магия. Читерство, то есть, ну, в общем, мы знаем. Ладно, что мы тут не наделали? Не понял. Что у нас такое было, чтобы нас не было? Так, ну давайте. Не помню, остановился я на чем. На том, что у нас день кончается. День кончается. Но тем временем. Еды сколько у нас? Еды достаточно, но недостаточно. Значит, сейчас потыщем. Да, я остановился на том, что я проверял. Все, вспоминаем. Давайте. Нам нужен. Камыш нужен. Найдем потом. Сейчас посмотрим, что, на что цель найти камыш в следующий раз. Да? Так, давайте еще раз посмотрим. Кролики нужны. Сено. Шляпа. Шляпы тоже есть, ладно. А, кстати, давайте пособерем все, что у нас тут есть. Что-то я совсем забыл. Что мы тут все потеряли. Так, а все уже, что ли? Не может быть, что мы тут все уже. Нет, к ночи. А вот мой рюкзачок. Мои вилы, мои штучки. Давайте посмотрим еще раз. Все же, ладно, повернем, чтобы посмотреть, что я тебя потерял. А вот оно все. Как в сундучке живет. Все ясно, там мусор живет. Так, ну это не нужно. Ладно, в этот раз мы не будем тупить. У нас есть бревна. У нас есть бревна. Где мои бревна? Коробочка, стойте-ка, бревна должны быть. Нужно понаделать предметов, которые есть хочет. Ё-моё. Нет, семена потом. Сейчас поспим. Как мы поспим? А спать тут нельзя, кстати? Что-то я не понял прикола. Нельзя вообще, в принципе. Так, где мы? Да, тройная броня никому не нужна. Давайте ее поставим пока что. Прям даже здесь. Ладно. Возьмем копье на всякий случай. Чтобы защищаться. И будем искать, где мои бревна. И вообще, что мне сувать туда в костер? Ну, пока можно траву. Но это недостаточно. Все, хватит пока что. Мы тут посидим. Да, снова посидим. Это у нас мясной добытчик. Шушка, кому шушка нужна? Мне пригодится когда-нибудь. Можно посадить. Давайте посадим здесь. Прямо здесь. На нашей зоне. Раз шушки никуда не нужны больше. Ой, слышите, монстры лезут. Ну ничего, здесь все в порядке. Так, я посадил все, что смог. А пока, давайте-ка. Птичка! Птичка совсем уже собрала все. Так, вы знаете, переворачиваем как надо. Что ж. А пока мы тут ждем, давайте посмотрим. Семена пригодятся. Ночь наступает уже сейчас. Каменные стены, ну, пускай. Можно чинить, можно ломать. Так, наша цель найти кроликов, наша цель найти паутину с пауков. Сегодня, ну как сегодня, ну, сейчас. Золото. Ага, алхимическая машина нужна. Ну, золото найдем, время рано или поздно, да? Это точно. Вот, нам нужна паутина с пауков, скорее всего, бумага нужна. Камыш где-то найти, вот этот мешок нужно свиней забивать. А, ну, это потом. Нужна алхимическая машина, у нас такого еще нет. Так, у нас тут дела. Актерская каска. Снова у нас такого нет еще. Нужна паутина. Ух ты, компас, зачем нам север-то? Ага, вот ну что. Мешок еще больше, ладно. Вот и грядка нужна. Для этого нужны всякие бревна. Да, бревна нужны. Мы это обязательно найдем. День кончается. Сейчас пойдем искать за... Собираем все на своем пути, как говорится. Копье у нас уже есть. Не понял. А потому что я еще не сделал. Нужно свинок побить. Но у нас есть копье, у нас есть... На здоровье нет, поэтому свинок бить не рекомендуется. Побежали. Прямая карта. Куда бежим? А вверх и бежим, собственно, потому что мы там... Вот топорик. Ну, сейчас бревна подсобираем. Пожалуйста, сруби. Не сломайся, топорик. Сломался топорик. Кремень нужен. Здравствуй, сундучок, я забыл, что
что вот тебе кремень есть. Отлично. Давайте-ка, давайте-ка, нам нужно побольше всякого. Шушки, ну кому шушки нужны? Давайте пока не будем собирать шушки. Будем собирать кремни, в общем, все, что надо для людей. И постепенно паучков найдем. Вроде бы я помню, они где-то там были, но... Все же, как бы там, но не там. Грибочек? Ну, грибы, они травленные какие-то. А вот и пауки. Так, 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 так. Экипируемся. И побивали. По очереди сбивать. Отлично, минус один. И минус мое здоровье. Так, живем. Так, паутинка, вот и паутинка наша. Не-не-не-не, давайте-ка пока вместо шишек. Вот и паутинка, так. Мясо монстра. Забирай. Что там случилось? Тихо, что там... А, они там постоянно лезут, ладно. Один отвлекает паучков. Неплохо. Так, паутинка, где она? Не собирается. Мясо монстра сюда. Так. Они снова возродились. Да ё-моё. Давайте открывать базу их. Получится ли? Да, смотрите-ка, мы избили базу паучков. То, что наша цель не нужна была. Паутинка нужна для ловушки для птиц. Голод, голод, черт возьми, да ё-моё! Мясо монстра придется съесть, да можно? Отравленный, черт побери, да что же это такое? Это надо жарить сначала. Что же мне тут делать теперь-то? Подозрительное какое-то местечко здесь. За елью нет. Так, например, бревна. Не себе, не ломай, так. Моё-моё, да, у них не лучше, хорошая идея. Надо бежать в лес. Цветочный, да? Вот, туда, вниз. Ягодный, ё-моё. Зелёные грибы спят, которые якобы... Красные спят, что такое? Что это? Лепестки! То, что надо, чтобы возродить... Чтобы лечиться. Я понял, еще и цветочки собираем. Ой, кто-то здесь погиб. А, интересная идея. У меня же лопата есть. Лопата же была. Так, тихо, копать будем сейчас. Надеюсь, там никаких монстров живых не рекомендуется. Пусто, да? А, тихо, нет, не пусто. Что это? Бильбо. Что такое? Мы тут тоже покопаем, что... А, видимо, это из саженцев, раз тут они. Сапфир, ё-моё, какая красота. Все, сундучок. Отлично. Ну да, мало там вещей, может быть. Пожалуй, вниз пойду, обратно. Ё-моё, я совсем не по той стороне пошел. Тут ведь надо туда же, обратно вернуться. Чтобы в наш лес попасть. Не понял, теперь оно исчезло. Ну, бывает. Давайте лучше копьё экипируем, что у нас тут запасности такие. Так, о, мы уже тут. Нам нужно снова есть, да черт возьми! Погибну прям сразу же. Тихо. Ешь. Что нехорошо. Сейчас упадет, свалится, ё-моё. Кто свалится? Интересная идея. Главное, меню заново. Насколько заново? А, свалился, да уж. Ну, бывает. Ладно.
Не совсем удачный момент получился у нас сейчас. Но я это не собираюсь заканчивать на этом. Я хочу теперь я гораздо опытнее, вы знаете. Как бы опытнее. Только я хотел, погодите-ка. Я хотел выйти. Не сейчас. Сохранять не обязательно. Вот. Новые персонажи. Ну, давайте применять. Давайте попробуем. Нет. Эх. Что эх-то? Жалко, конечно. Итак. Какая наша цель? Снова то же самое. Собирать и осторожничать. Что нужно, чтобы осторожничать? Нужно еду собирать. И нужно... С чего я там так много урона получил? Слушайте, как это могло получиться так? Я уже забыть. Я уже давным-давно забыть. Ну. Побежали. Ну что ж. Все, что надо, то будет сейчас. Так. Как всегда собираем все. Ну а что ж мы тут? Раз. Два. А, кстати, кроликов надо словить. А, ну да, потом. Это ведь не сейчас, уже это не пригодится. Уже не пригодится. Сколько нужно? А, крем не нужно, да, точно. Где их взять, не знаю. Кстати, тут это, по-моему, было начальные инструменты. Нет, уже нет, что ли, разве? Где эти места? Я ведь помню. Где это место-то? Здесь, что ли? Нет, похоже, здесь в этот раз, не в этот раз, что ли. Пчела валяется. Валяется. Ну, как бы валяется, да. Так. Где кремний брать? Кремний взять на земле, обычно. Кажется. Кажется, возможно. Птичка не ловит. Это не так делается. О! То, что нужно обязательно. Каждый день. Может быть... Ё-мо, где же кремний-то лежат обычно? Так, где кремний, где палочки? Палочки здесь, кремний не тут. А, ну вот они валяются, ну да. Все ясно. Начнем с топорика, естественно, как же так? О, опять сколько эти... Может быть, мы их потом полубим? Слушайте, там это сохраняется на карте? Я не помню. Руби с другой стороны, да? Ну, ё-моё, ну можно по-нормальному? Смотрите-ка, вообще совсем уже. Ножушки мы потом будем собирать. Хотя, а чё делать? Мы их можем в топливо бросать. Так, лавки. Можно, наверное, сейчас кролик ловить, но не, лучше не надо. Как же по-быстрому ловить? Я пытаюсь щелкать много раз, нет. Нет уж. Так. О чем я тут? А, вот они, понятно, о чем. И о чем. Так, нужно... Что еще там у вас для костра? Для костра все есть. Для большого нужны камни, так как всегда. Потом, тут нужно два кремния, все ясно. Значит, ловушки, ловушка уже готова. Отлично, прогнали. Сейчас уже прямо даже сейчас построим. Будем, как всегда. Из маленькой меньше всего выпадает одно бревно, а тут сколько? Ё-моё. Где этот кролик? Вот он лезет постепенно. Ну да, больше бревен. Уже. Теперь мне кролик ловится. Ай-яй-яй, пчелка, фу. Лепестки мои. Кролик мой.
Помойте кролик, блин, испачкался. Он быстро. Да уж. Давайте-ка. Ё-моё. Фуф. Цветочки. А вот и еда, кстати, это надо собирать обязательно. Ягоды жарить, наверное, нельзя. И нафига их жарить? Пирог из них можно потом будет сделать. Какой пирог. Вкусный, наверное. Ну, как вы знаете, тут мы можем бегать еще сколько угодно раз. Ага, цветочки, где они там у нас? Лепестки. Из них ведь можно делать штучку. Штучку, да. Так это называется. Не штучки, штуковину. Так, ё-моё. Кролики уже уснули, да ё-моё. То теперь мы опытные. Ну да. Погибнуть это опытность. Как опытно-то? Опытнее всего просто так. О. Кремешок. Ура. Еще одна ель. И, пожалуй, костерок. Кто там прячется в кустах? Непонятно. Так. Это птичка, у него. Постоянно кажется, вот эта птичка, это лепесток всегда. Дорожка, кстати, а что дорожка? Не понял. Кирпичная. Пойдемте. Угу. Сначала костер. Вот так. Да, нужны бревна, точно, в костер. Цимбэн, да ё-моё, давай-ка. А, у меня есть зажигалка, смотрите-ка, точно. Я забыл. Значит, бревна не обязательно, хотя... Хотя как это должно работать, слушайте. Это вот так работает? Вот. А, можно бегать, как освещать и поджигать. Вообще, как факел, понял. Это, пожалуй, необходимо. Вы знаете, железо теперь. Золото нужно, ё-моё. Золото. Золото, там оно. Так, как дела с вещами? Пенёк, шишка. Так, и еще раз посмотрим, что мы можем тут понаделать. Факела, как я понимаю, не требуется. Топор еще один. Сейчас сделаем, что мы тут. А это давайте добьем до конца. Опа. Вот и новый. Уже. Не надо. Шушка. День кончается. В смысле, ночь наступает. Ну, наоборот, вы поняли, надеюсь. Нет, вот ту ель доруби. Вот. Видите, даже ночью работает. Чуть-чуть вообще спать нельзя. Это как так? В смысле, можно, но нельзя. Побежали дальше. Так. По дороге хотели мы. Но на самом деле нет. На самом деле, все, что мы хотели, надо... собрать цветы и лепесты. Вот, сохранение что-то поздно. Опоздали вы. Так. Это надо, надеюсь. Так, что нам там еще раз для машины нужно? Золотые камни еще нужны, камни. Ну, камни найдутся. Там, где золото. А лепестки соберем для лечения, на всякий случай. Ягодки покушать надо. Все, так все, давайте, чё мы тут? Вот так.
Ладно. Ой, петушок. Ты чё? Ну, не знаю, сколько много травы следует взять. Так, побежали, давайте по дорожке посмотрим. Хотя нет, наверное, потом, может быть, нужно. Ну, какая разница, дорожка, не дорожка. А камней здесь нет. Поэтому в путь. Наверное, ведет у Хёмы и тут дорожка, слушайте. И пойдем по общей. Может быть, доброжелательный город найдется какой-нибудь. А? Как вы считаете? Что вы тут считаете? Сколько вы уже считаете? То я вас прошу, прошу. Помогаете, вы считаете, ё-моё. Ладно уж, не надо больше. О-ба-бам. Таких мы еще не встречали. Не шукается. А, вот снова наш свинодур, который пропал. Давайте его домику. О, ягоды. Пожалуйста, можно? Он не сорв... Через какие-то ягоды. Нас тут нет и не было. Вот тут это, нас тут нет, как видите. Мы с... У этого свина ягоды воровать, да, с легкостью можно. Интересно, одни и те же ягоды разные. Одни и те же, интересно, почему. А, тут два свина. Цветочная грядка, слушайте, какой свин хороший тут живет. Ну, цепи вырастут, извините, вот тут нас тут. Цветы вырастут, а ты, свин, не вырастешь пока что. Ну, все в порядке пока что, ну-ка. Что можно сказать? Осторожно. Слушайте, свиная... Город какой-то здесь, действительно. Где ваша дорога, кстати? Петушок куда-то не бегает. В смысле, бегает, не бегает. Слушайте, свиной город какой-то, ё-моё. Свиноград какой-то, ё-моё. Нет, свиноград уже был тот, где-то не под... Еще эта база, ё-моё. Видимо, это они их. Их забили, вот этих типов. Естественно, еще ягода. Ягоды больше нет. Ну же, где моя каменная зона? Где моя дорога? Где-то там. Жалко попугая, я так и не понял, что с ним делать. Ну, не пришлось. Дорога, поворот нет. А, кончается здесь, ё-моё. Понятно. Там я не думаю, что это может меня ждать. Но здесь, слушайте, у нас тут ягодные раздолья. Отличная работа. Сами тут все принесли мне, эти дружки. Что ж, опять охота за золотом, да? Здравствуйте. Лишний бревно не помешает, естественно. Лишние бревна тоже. Так. Опа, семена взялись. Давайте в другую сторону пойдем по дороге. Тут еще был поворот где-то вот снизу, да. Давайте пока вот так походим. Смотрите, как можно. Без факела ходить. Бесконечно, бесконечно, естественно. Все равно пока рубить не надо. А врагов жечь можно, интересно? Так, 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 так. Давайте пока сюда сходим. Вдруг что найдется? Или тут эти буйволы топчат, помните их? Непонятно. Где вещи-то? Опять дорога, да? Это поворот или тут сколько их? Можно посмотреть? Это поворот, а тут ничего нету. Думаю, сходить не будет лишним. Блин, ни одного камешка еще не было. Опа! Ай, не камешка, не камешка, никого здесь нет. Давайте здесь и остановимся пока что.
получить этого типа нет, которого. Ой. Я думал, это камешек, кстати, не показался. Показалось, ну. Да. Теперь сейчас попробуем, если я разоб... Они, к счастью, не разоб... Не... не против. Они только на сундучка нападали. И меня тоже. Ну, можно и топором бить. Видите, они, кстати, пока их бьем, они тоже не бьют, похоже. Да ё-моё, можно собрать паутинку. Ай, ночью уже все, бежим. Запасаться прозрением. Так, 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 так. Так, а чё мы тут, это нам? Индикатор не убавляется, в смысле, все. А рубить еще можно, ему нужно прям близко стоять, что ли? К огню всегда. Ну и камешки нужны вообще-то. Золото. Ё-моё, опять золото. Да что ж это такое? Как там по карте? О, смотрите, какая-то равнина. О. Одного не помешает. О, все, отлично, вверх идет. Здоровье максимальное, да ведь? Голод, голод, голод. Да, все верно, максимально. Я зря съел. Лепесточек. Шушка кому нужна, шушка мне. А, давайте сунем сюда. Не так уж мало добавляет. Еще дорога, что ли? А, ну да. Туда мы и собирались сегодня. В следующей серии. Так вы поняли, в следующей серии. Сейчас будет сохранение. И на следующей серии отправляюсь дальше. Ну вот и я.